серьезная подготовка, и не хватает ваших аплодисментов, дорогие друзья. Музей Баяна очень чувствительный, только в количестве аплодисментов, и их отсутствие. И сейчас они уже готовы были продемонстрировать свои возможности помочь Владимиру достичь высот, которых самостоятельно, конечно, ему было бы достичь затруднительно. И вот готовится наше трио, а нам с вами остается затаить дыхание и следить за тем, как будет проходить большой тройной прыжок.